субботу в Бендерах пройдет велопробег памяти. Старт в 10 утра с площади Освобождения. Проедут по всем микрорайонам города, будут остановки и возложения на площади Героев и в парке Победы на Ленинском. Потом привал на Бамовском озере. Финиширует велопробег в парке Александра Невского. Все участники могут ознакомиться с фотовыставкой «Освобождение Европы», которая откроется накануне, и предоставлена данная выставка Россотрудничеством. Также всех участников велопробега ждет традиционная солдатская каша и концертная программа творческих коллективов нашего города. Ну а в День Победы в парке Невского планируют праздничный концерт. Начало в 18:00. После будет фильм о войне.